Если у вас есть старый LCD-монитор, можно сделать его супер секретным. Он выглядит абсолютно белым для всех, кроме вас, потому что только у вас есть специальные очки. Найдите старый монитор, которым вы готовы пожертвовать. Открутите все винты на обратной стороне и удалите лишние элементы. Наша цель – поляризационная пленка. Многие LCD-мониторы имеют покрытие из двух пленок – поляризационной для фильтрации света и антибликовой. В моем мониторе антибликовой пленки нет. Если она у вас есть, можете отложить ее в сторону, она нам не нужна. Вырезаем пленку ножом по самому краю. Далее с помощью линейки снимаем ее с экрана. Запомните ориентацию пленки, где находится верх и где низ. Это крайне важно. После удаления пленки на мониторе скорее всего останется липкий клей, который будет притягивать всю пыль. Для начала придадим небольшую шероховатость, чтобы клеевая основа легче отошла. Далее с помощью тройного одеколона и ваты или бумажных полотенец очищаем поверхность. Вместо одеколона можно использовать растворитель, хотя одеколон более безопасен. После очистки от клея монитор можно собрать. Удивительно, но у меня после сборки остались два лишних болтика. Надеюсь, у вас такого не случится. Перед тем, как сделать очки, проверим монитор на работоспособность. Как я уже говорил, ориентация пленки крайне важна. Если ее держать под разными углами, изображение будет отличаться от нормального. Для создания очков я использую вот такую оправу, которая стоит около 40 рублей, но вы можете использовать любую другую. Маркером отмечаем размеры и вырезаем по трафарету линзы из пленки. Для этого удобно использовать канцелярский нож или обычные ножницы. Заметьте, что я вырезаю линзы с небольшим запасом с каждой стороны, чтобы они были надежно закреплены в оправе. Очки готовы. Протестируем их в действии. Люди могут подумать, что вы сошли с ума, глядя в пустой белый экран в темных очках. Но, пожалуй, в этом и есть весь прикол. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и рассказать друзьям в социальных сетях. Пишите в комментарии, что вы думаете об этом проекте. А если вы впервые на этом канале, подписывайтесь на новые видео и посмотрите предыдущие.